А что это вы тут сидите? Ждете поздравления, которое вы так любите? А я и не против вас порадовать, ребята. Конечно, сейчас все сделаем. Сейчас, сейчас. Легким движением руки. Бамс. Это что? Это вот получается... Да... А это получается 200 тысяч на канале Дикая Дот. Кто бы знал, кто бы знал. Никто же меня не верил. Никто не верил. Но я сделала это. Да-да. 200 тысяч. Очень быстро все произошло. Гораздо быстрее, чем мы набирали 100 тысяч. Естественно. И спасибо. В очередной раз говорю вам спасибо, потому что, ну, на самом деле, хочу отметить, что вот этот промежуток между поздравлением со 100 тысячами и 200 тысячами подписчиков, в этот промежуток очень много всего произошло. Фан-встречи, куча роликов и так далее. Это прям очень насыщенное было время. И опять же, спасибо вам, друзья. Это очень круто, что вы подписываетесь. Новая аудитория — это всегда прекрасно. Особенно для блогера. Ну, то бишь, для меня. Вот. Я бы себя, конечно, по-другому назвала. Гений. Ну ладно, вот. Что еще могу сказать? Да, у меня играет на фоне машап на чекурику. Если вы думали, что я во время поздравления не включу какой-нибудь глупый машап, то вы меня не знаете, видимо. Вот. И так как я вам очень благодарна за все это, естественно, я решила опять устроить конкурс в своем телеграм-канале на 200 тысяч, где будет 3 места и 3 приза, абсолютно бесплатно, очень простые условия, поэтому переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь, смотрите условия, которые будут выложены уже сегодня. Также сегодня, судя по всему, в телеграм-канале я буду проводить опрос по поводу устраивать ли сегодня праздничный стрим, но, скорее всего, его не будет, потому что, ну, уже... У меня сейчас почти 7 часов, уже как-то поздновато. А вы у меня это, я вам режим сбивать не собираюсь, у меня он сбит давным-давно. Я не собираюсь вами жертвовать, друзья. Короче, наверняка завтра будет праздничный стрим, так что следите за каналом. Ну и видос, конечно же, скоро подоспеет. Вы уже наверняка по мне соскучились, а вот она я. Благодарю вас. Вот, и да... Собственно, конкурс, естественно, обязательно участвуйте, это очень для меня важно, очень важно что-нибудь вам подарить, потому что я вам реально, фух, благодарна. Спасибо. Господи. Но, не забываем, что с таким же стремлением, с такой же быстротой мы в какой-то момент дорастем до миллиона подписчиков. Я все еще жду, и почему бы и нет, казалось, ну реально, ну что такого, лям подписчиков всего лишь, я многого прошу, сомневаюсь. Вот. Ох, да. Надеюсь, наберем. Ну, точнее, мы наберем. Я вас знаю. Еще один очередной крутой мэшап. Послушайте, потанцуйте. Ну, праздник же, в конце концов. Мама вам праздник устроила. И себе. Ну, еще бы. Важная дата в моей жизни. Определенно. Да. Короче, что сказать еще? Спасибо еще раз хочу сказать за мемы. Ну, естественно, потому что аудитория приходит, появляются новые мемы. Очень весело с вами на стримах сидеть, который, кстати, наверняка будет завтра на канале. Вот. По-моему, я все вам уже сказала. Все, что сказала. У меня руки аж трясутся, господи. Что ж. Ну, получается, всем гав. Подписывайтесь на телеграм, потому что там все новости по поводу роликов и всяких фишечек. Все. Пожалуй, буду прощаться, да. А научите меня кто-нибудь выключать камеру в комментариях. Да, я очень близко к вам, но я надеюсь, вы не против. Да-да. Всем пока.